Дорогие зрители, перед просмотром видео попрошу вас поддержать это видео лайком, а также подписаться на канал, чтобы всегда быть в курсе самых актуальных новостей. Приятного просмотра! Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ордер Международного уголовного суда на арест Владимира Путина не имеет смысла. Прямая речь, решения Международного уголовного суда для нашей страны не имеют никакого значения, в том числе с правовой точки зрения. Россия не является участником Римского статута Международного уголовного суда и обязательств по нему не несет. С данным органом Россия не сотрудничает, а возможные рецепты на арест, исходящие из Международного суда, будут для нас юридически ничтожными, заявила она. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал, что колеса правосудия вращаются и что он приветствует решение МУС выдать ордера на арест Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой в связи с насильственной передачей украинских детей. Международные преступники будут привлечены к ответственности за кражу детей и другие международные преступления, подчеркнул Кулеба. Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что мы наблюдаем вычеркивание Путина из истории. Ордер на арест московского диктатора – не что иное, как вычеркивание Путина из истории. Путь преступника закономерен и предсказуем. Гарант доставки подозреваемого на скамью подсудимых – силы обороны Украины, написал Данилов.